Давайте начнем жарить, которые летают. Они же живые, смотрите. Новозеландские мидии киви. К сожалению, это не устрицы. Иначе мы были бы уже миллионерами. Где покупать все японское и азиатское? Магазин «Красный дракон». Видите, как сочная она, прям он. Влажная. Это главное, чтобы было все вкусно, да, ребят? Специальная приправа. Такая только у меня. УГ. И вот так вот, смотрите. Вот так вот, смотрите, можно вот так. Все. Это был главный ингредиент. Детям в школу, жене на работе, мужу на завод. В левую руку нори, правый ножниц. Приел мои мидии, они до сих пор готовы их есть. Как барное дело, знаете, когда вот приходишь в бар, и тебя вот так вот наливают. Мы тоже можем, не хуже. И посыпаем кунжутом. Прям щедро вот так вот берете. Как устрицу. Всем пока, с вами был Сергей.